Как начать свое дело в новом налоговом статусе? Сегодня в Черкесске прошла первая конференция для самозанятых Карачаево-Черкесии. Данная встреча позволила тем, кто начинает собственный бизнес, поближе познакомиться с практическими вопросами применения специального налогового режима. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это уникальная площадка для тех, кто ведет собственное дело. На встрече представители различных министерств и эксперты подробно рассказали о новом специальном налоговом режиме для самозанятых и новых возможностях. Самозанятый – это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход, но при этом ему не нужно дополнительно отчислять подоходные или налог на прибыль. Конференцию мы решили организовать в первую очередь для того, чтобы объяснить всем гражданам и всем тем, кто хочет вести свое дело, но не решается зарегистрировать себя как юридическое лицо, рассказать о всех преимуществах, о всех, возможно, даже недостатках этого специального налогового режима. На сегодняшний день количество самозанятых по стране растет. На сегодняшний день более 2 миллионов уже зарегистрированных. В ходе встречи министр экономического развития Карачаева-Черкесии Алина Кохов подробно рассказал о преимуществах быть самозанятым и на какую поддержку от государства они могут рассчитывать. Режим самозанятых был введен, придуман, скажем так, для того, чтобы официально и те же кредитные организации могли предоставлять средства, дешевые, длинные средства для того, чтобы человек мог заниматься своей деятельностью. То есть вот это такой некий режим, который дает возможность человеку понять, предприниматель он или не предприниматель. В свою очередь представители налоговой службы подробно разъяснили, как нужно зарегистрироваться в качестве самозанятых и какие документы необходимы. Для того, чтобы стать самозанятым, вам нужен просто телефон с мобильным интернетом и с фотокамерой. То есть вы можете, сидя дома, зарегистрироваться, имея при себе паспорт, сфотографировать паспорт и свое лицо и пройти всю процедуру регистрации. Минимальные ставки налога тоже беспрецедентные. Это 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами. При этом отсутствует абсолютно необходимость уплаты страховых взносов. Для нас это возможность развить свое собственное дело, получить необходимую информацию, отметили участники конференции. Очень много информации дается, и, в принципе, то, что свое дело открывать, это уже само, как звучит, это уже как бы устрашает, да? А тут очень много информации, потому что не только в КЧР можно продавать свои продукции и жить на этом, и хорошо жить. Но и по всей России, и, по-видимому, по всему миру. Вот это мне очень нравится. Также в рамках конференции будет проходить розыгрыш призов по итогам конкурса «Самозанятые Карачаево-Черкесии», который проходил в течение 2 месяцев. Алихан Лепшоков, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.